Люди, говорите друг с другом, пока не стало слишком поздно. Ведь как часто бывает, есть дорогой сердцу человек, друг или любимый, есть что ему сказать, чем поделиться, и так этого хочется, но иногда горсть дурацкая вмешивается и приказывает: «Стоп!» Иногда времени никак не найдем, слишком заняты. Причин много, и мы с радостью за них хватаемся, как за соломинку, чтобы оправдать свою нерешительность. А ведь у каждого так было. Хотел сказать что-то нужное, очень важное, но, протянув, просто упустил момент. Потому что для каждого слова нужен свой момент, своевременность. И люди сильно меняются, а мы опускаем эти перемены, а потом, решившись, наконец, на важный разговор, видим, что нас не понимают или уже не хотят. Мы отдаляемся от дорогих людей с каждой минутой. Мы упускаем шанс быть услышанными. А иногда человека, с которым ты хочешь поговорить, и вовсе уже нет. Люди, говорите друг с другом, пока вы живы. Пока не остыли еще ваши сердца, пока течет в ваших венах горячая кровь. Говорите о чем угодно, искренне. Главное, не молчите.